с ним разговариваешь? А есть хоть какое-то правило, чтобы не быть идиотом? Вот я никогда не играла. Не люблю слово лох. Вот поэтому люди и любят играть в рулетку. Ну что, играла когда-то в рулетку? Ни во что не играла, ни в рулетку. Мне дико интересно, это все выглядит как супер Лас-Вегас. Я пару раз играл. Значит, посмотрим. Сейчас покажу. Не играли, сейчас поиграете. Привет, ребят. Привет. Привет. Сейчас будем учиться тогда. Так, ну что, чтобы начать, ребят, все всегда просто. Взяли вашу карту игрока, приложили к панели и увидели, как на автомат упали деньги. Перед вами экран. Экран, который представляет из себя мини-рулеточный столик, на который можно делать ставки. Ставки делаются очень просто, ребят. Ставки делаются пальчиком. Берете свой пальчик и начинаете нажимать на экран туда, куда вы хотите поставить. Тыкай не только в номера, потыкай все всякие там эти сочленения, да. А зачем важно тыкать в сочленения? Ну так ты закрыл сразу 4 номера. То есть любой из 4 выпавших. Серьезно? Да. Выплата меньше, бесплатного сыра нигде не бывает. Да что ж ты, ты же не рассказывал. Ну как всегда. Где нормальная рулетка, чтобы шарик можно было потрогать, чтобы тебе кто-то давал денежку в этих? Ну, во-первых, начнем с того, что в нормальной рулетке никто шарик вам потрогать не даст все равно. Не дадут никогда, потрогать шарик? Никогда в жизни. Никогда? Потому что это строжайше по нормам безопасности казино запрещено. Мало ли что-то там, может, у тебя руки в какую-нибудь клею. Мне и так кайфово. Мне вообще бы не хотелось сейчас каких-то фишек. Мне и так полное ощущение, вот это клац, это оно, что ты... что мне сейчас кто-то что-то сдвинет. У меня нету вообще никакой потребности. На самом деле, мнения игроков разделяются. Потому что многие игроки совершенно искренне параноят, что дилер бросает туда, куда игрок не поставил сознательно, и, соответственно, вот это вот честнее. Другие говорят, что это бросает, конечно же, не туда, куда надо. Потому что оно компьютер, оно знает, куда бросить. Ну как так можно ставить? Ну как так можно? А в чем переживание? Ты выиграл. А ты много проиграл? Нет, я не проиграл, я выиграл. А где твои денежки? Где твои кредиты? А мои? Там же, только на твоем автомате. А у меня больше? Да. Ха. Так, Дима, вот расскажи, вот ты в школе, да даже в детском сериале показывали историю, самая банальная стратегия, условно, выбираешь там черное или красное, например, красное, начинаешь просто умножать ставку. То есть один, проиграл, потом поставил 2, проиграл, потом поставил 4. И ты в любом случае рано или поздно выпадет красное, и ты будешь в плюсе. Тут есть два момента. Это, кстати, и есть метод Мартингейла, да, когда ты удваиваешь и ставишь на противоположное, ну, либо просто удваиваешь и ставишь на то же самое. Ничего не меняется от этого. В чем проблема? Проблема первая, самое главное. То, что, смотри, вот ты говоришь, моя прогрессия. Я ставлю 1, проигрываю, увеличиваю, ставлю 2, проигрываю, увеличиваю, ставлю 4, проигрываю и так далее. На каком-то шаге ты ставишь, если типа по степеням двойки, допустим, ты ставишь 1024 и выигрываешь. И по факту ты выигрываешь 1. Ты выигрываешь только свою первую ставку. Да, то есть тебе надо брать огромное количество денег, чтобы выиграть копейку. Легко можно словить серию там, из 10, 12, 15 одинаковых цветов. Да? Ну, то есть ты, соответственно, проиграешь все. Все свои мега-деньги в погоне за этим самым первоначальным одним. При этом надо не забывать, что это всем давным-давно понятно. И есть такое в рулетке понимание, как ограничение ставок. Тут нет разбежки бесконечной, то есть то, что ты можешь ставить с единицы там, до миллиона и все время шагать вверх. В реальной жизни обычно разбежка дается где-то в 100 раз. То есть минимальная ставка у тебя будет 1, максимальная 100. Ага. Минимальная 5, максимальная 500. То есть условно 1024 я уже не могу поставить. По факту, если мы начнем с одного, да, то есть 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. То есть вот уже 128 это уже предел. Поэтому, к сожалению, этот метод, ну, это скорее разговор о том, чтобы доверчивых простаков, назовем это так, доверчивых простаков. Спасибо, да, ты меня назвал поэтому... простаком, потому что я в него реально верил. Я даже пробовал когда-то. Не люблю слово лох, понимаешь? О, выиграла? И смотри. Ставка 18, а выигрыш 72. О, вот так. Ну, работает. Я пока что в минус. Вот поэтому люди и любят играть в рулетку. В том числе вот из-за этого чувства. А есть хоть какое-то правило, чтобы не быть идиотом? Вот я никогда не играла. Ты мне говоришь, тыкай пальчиком, ставь куда хочешь. Именно так. Нет ни у кого системы, все приходят всегда к тому, как им комфортнее. То есть, допустим, есть
такое определение, как агрессивные игроки. Это игроки, которые ставят на небольшую группу номеров и ставят, так сказать, тяжело, как это называется. То есть ставят много, и если выпадает, крупный выигрыш. В чем смысл такой агрессии? Попав 3-4 номера подряд, ты можешь там упетерить свои изначальные деньги. То есть это в этом смысл как бы игры, да? Есть люди, наоборот, которые любят проводить время. То есть они ставят либо не понемногу, либо закрывают большие куски поля. Они понимают, что шанс на выигрыш большой, но при этом выигрыш ты немного. Зато можно долго проводить время. Поэтому это не вопрос стратегии какой-то волшебной. Это вопрос того, что тебе, так сказать, духовно близко. Вот, 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 та-да-та-да-та-да-та. Извините. Ну, к вопросу о вот-вот. Ставка 160, а выигрыш 200. Ну, как бы выиграла формально, но не так, чтобы волшебно. Я опять продул. А я выиграла. Хоть чуть-чуть. Ребята, сейчас максимальную ставку сделаю, можно? Все. Все понятно вам, я думаю, в каком-то разрезе, по крайней мере, как для новичков. Мне понравилось ощущение вообще приятного убивания времени. И понравилось, что оно все супер приятное, практически как iPhone первый в моей жизни. Ну, потому что приятно пальчиком, ты ждешь чего-то. Ну, круто! Рулетка – самый социальный автомат, который есть в казино, потому что сидящие за ней всегда общаются. Всегда. А мне можно с ним разговаривать? Нужно. Развлекайтесь. Разговор всегда идет о ставках. Один говорит, а я думаю, что сейчас она выкинет 0. Другой говорит, нет, я думаю 17. А третий говорит, нет, 29. Они все ставят то, что хотят. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это сразу вызывает бурную дискуссию. Причем, как правило, там такого, что прямо дружба-дружба. Не факт, что будет. А вот просто увидев вот этого, с которым вчера было прикольно тебе поиграть, ты почувствуешь тепло в душе. И подумаешь, что вот будет прикольно сейчас еще раз с ним зарубиться, кто чего как. Дим, деньги закончились. Пойдем поиграем во что-то другое. Пошли. Ну подождите, последний спин. Последний спин. Не у всех закончились деньги. Давай, ты же крупно поставил. Сейчас да, узнаем, я да. Крупно поставил. 720 денег. Вот так это все и работает на рулетке, заметьте. Имейте в виду, ну. Что так, тебе нужно? Десятка. Ну, есть, вот. Да, есть. Есть зацеп, подожди. Да, и вот еще. О, так ты сейчас... Все. Ни-ха! В три раза больше будет, смотри. В три раза больше. 260. Все. На этой мажорной ноте хватит уже играть. Так, Дима, когда мне деньги дадут? Приходите завтра. Подписывайся на канал и ставь лайки. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски Slot City Show.